своими впечатлениями сегодня? Удалось ли все? Ну, 4 гола, не знаю, пропустили, 2, наверное, по моей ошибке, особенно второй. Да, мы напоминаем, что несмотря на то, что Павел заигран в сезоне за Гидру, сегодня он выступает в качестве голкипера. Да, в Гидре я играю в защите. В принципе, в паблике СФЛ я написал еще команду «Защитники или вратарь», меня взяли вратарем. Вот. А другие ребята звали, ну, там надо было делать что-то вроде просмотра, а тут ребята поверили на слово. Но... А как вам больше нравится, в защите или все-таки на воротах? Да я думаю, как в любом дворе, хочется то там, когда по кругу играют. А где больше получается? Ну, я думаю, на воротах мне более спокойно. Ходил когда-то еще школьником в секцию футбола, стоял на воротах. Ну, отойдем немножко от атлетики, давайте ближе к сегодняшнему матчу. Первый матч, первый тур, первый матч. Как вам команда? Ну, сегодня, я говорю, видел этих ребят первый раз, и уровень довольно-таки хороший. То есть вот так, с первого раза, и уже удается друг друга читать, как это возможно? Вот вы ребят увидели первый раз, наверное... Не, ну это я видел их первый раз. Скорее всего, они уже сыграны, играют давно, может, по другим названиям. Понравился ли вам матч сегодняшний? Ну, было немножко напряженно. Особенно учитывая, что в те ворота они немного под углом и как-то над душой висят. Не замерзли? Нет. Даже на воротах? Работы у вас было сегодня достаточно. Да, но даже на воротах, стоя на воротах, так, припотел. Ну, а как вот, наверное, наверняка с командой обсуждаете, какие цели у команды на сезон? Выйти из группы, возможно. Возможно, пройти дальше в полуфинал. Или, возможно, одержать. Ну, я думаю, наши сообщения не пройдут цензуру. А так, в принципе, наверное, ради удовольствия. И в целом, конечно, хочется выйти как можно дальше. Большое спасибо. Желаем, чтобы вы именно получили то самое удовольствие, ради которого пришли к нам.